Возрождая традиции профильного обучения, тем самым помогая ребятам уже в столь юном возрасте определиться с будущей профессией, еще в начале учебного года было подписано соглашение между тремя учебными заведениями – средними школами 16, 19 и 26, а также городским отделом по чрезвычайным ситуациям. Почти 3 месяца в этих учреждениях ведется активная подготовка юных спасателей. За это время ребята освоили строевой шаг, познакомились со своими наставниками, представителями МЧС. И вот уже они проходят ритуал принятия присяги. Мы работали на протяжении плотно очень года для того, чтобы создать вот этих 3 класса специализированной направленности в городе Бресте. Это впервые в городе Бресте, когда функционирует 3 класса специализированной направленности. Обучается 86 учеников. Я скажу, что мы очень довольны, что мы открыли эти 3 класса. Конечно же, для каждого из этих 5-классников новый учебный год ознаменовался большим количеством открытий и важных событий. Новые учителя, новые кабинеты и новый статус. Теперь они юные пожарные спасатели. В торжественный день каждый из ребят дал обещание перед учителями, одноклассниками, спасателями не только хорошо учиться, но и учить других, как и почему важно соблюдать правила пожарной безопасности. Торжественно клянусь, свято соблюдать устав школы, строго выполнять требования учителей, быть преданным родине и своей семье, словом и делом помогать своим товарищам. Педагоги хорошие, и мне захотелось самой прийти в класс МЧС, потому что я думала, там будет интересно. Мы каждую субботу ходим куда-нибудь, мы еще маршируем каждый понедельник раньше, теперь по четвергам маршируем. И в форме каждый день ходим. Классы профессиональной направленности позволят ребятам не только получить большой багаж знаний, но и помогут с выбором будущей профессии. Многие из них уже сегодня мечтают о настоящей форме, погонах и верят, что работа спасателя окажется им по плечу.